туда пересесть или все нормально? Да, лучше сюда. Да. Нормально. Эй, ты поспрашивай, еще потом поспрашивай. Ну, я думаю, в этой первой половине прочитаю один рассказ. Он называется «Детство». Первое. Под подобным телевизором старик в красной шапке показывает рукой запад и говорит про теплые течения. Это капитан Жак-Ив Кусто, великий исследователь океана, благородный и неустрашимый, мореплаватель и ныряльщик. Сменной командой он избороздил преисполненные пираньи воды Амазонки и покрытые ледяной коркой северные моря. Какой он умный, добрый, внимательный. Он как дедушка, но только еще лучше. Кусто надевает акваланг и погружается. Щелкая клешнями шествует по песчаному дну. Длинная вереница красных лангустов. Скачут куда-то морские коньки. Черепахи не спеша гребут плавниками. Среди водорослей мечутся диковинные треугольные рыбки. Пробивающиеся сквозь толщу воды пятна света плавно скользят по звенеющим камням с наросшими на них желтыми, фиолетовыми, оранжевыми ветвями коралла. И водолазы, подражая обитателям пучин, безмятежно перебирают ластами. Следом вздымаются ураганы пузырьков. Синеет океанская даль, таящая в себе еще так много загадок. Вперед же, Кусто, для тебя нет ничего невозможного. Второе. Кошка с волнистой рыжей шерсткой, разноцветными, зеленым и голубым глазами, даже застряв под забором, не собирается терять чувство собственного достоинства. Гордое существо не станет уподобляться собаке, но не будет в панике суматошно теребить лапами или быть в надежде на людскую жалость. С важной мордой она ждет некоего чуда, делая вид, что просто отдыхает под сенью забора, наблюдает за тем, как Миша в здании сидят на крыльце, едят клубнику и смотрят на березовые верхушки. Мальчики верят, что верхушки уж точно достают до облаков. Дедушка садится рядом с внуками и тоже поднимает взгляд на могучие кроны берез. Ему они кажутся чуть поменьше. Три. На одной из берез живут муравьи с черным тельцем и красным брюшком. По своим насекомым целям они лазают вверх и вниз по черно-белой коре дни напролет. Даня и Миша обожают устраивать бои между трудолюбивыми насекомыми. Цепляют двух за передние лапки, ставят их обратно на кору и смотрят, как муравьи кружатся в надежде освободиться и без пощады жалят друг друга. Наконец, отравленные раны скручивают хитиновые тельца, подкашиваются лапки и более слабый срывается с дерева высокую траву. Победитель падает следом через минуту. 4. Дедушка возвел высокий сплошной забор и смастерил чудо-калитку с такой сложной конструкцией из велосипедных замков, деревянных засовов, шпингалетов, длинного железного гвоздя, что и сам еще в ней притается. За калиткой скрывается кухонька со стенами, забуревшими от долгих лет и невзгод, с треснувшими окнами и бочкой у свежевыкрашенного крыльца. Хитроумная система из шлангов и поплавков наполняет ее при каждом поливе. Когда бывает жарко, к краю воды в бочке слетаются жужжат раи шмелей и пчел. Под окнами кухни растет замечательные кусты, многочисленных белых цветках, которые пьяняще пахнут медом. Дедушка, как они называются? Дедушка вынужден сходить за очками. Вроде что белоголовник. Если пройти по дорожке из потрескавшихся бетонных плиток, то из-за куста сирени вырастает другой, голубой, как вода в океане, дом с крутой шиферной крышей. Там остаются вещи, ставшие бесполезными. Детская кроватка, зачехленная коляска, упаковка зубного порошка, еще более доподобный телевизор и даже кресло-качалка. По всему участку растут высокие березы, покрывая кухню, синий домик, спасительной пятнистой тенью и усыпая их крыши сухими листьями и сережками. Но бетонная дорожка следует дальше, в огородней заросли, где огибая две теплицы, одну для помидоров, другую под кабачки с огурцами, клумбы, грядки и клубнику утыкаются в грубо сколоченный, накренившийся мрачный туалет. 5. Даня и Миша спрятали за густых зарослях клёна. Тяжелые капли барабанят по зеленым листьям и не долетают до земли. Кап-кап-кап, бум-бум-бум. Мальчикам весело, происходящее кажется им неким чародейством. Вон же видны низкие серые тучи, грохочет далекий гром, всполохи молний, рвут горизонт. Но дождя здесь под кленом будто и нет. Здесь сухо и почти тепло. Однако магия близится к завершению, крупные капли разбиваются мальчишеские лбы чаще. Уже залило под кленами, а ребята стоят, не шелохнувшись, смотрят вверх, с неугасимой надеждой на то, что листья вновь остановят ливень, и все будет опять хорошо и волшебно. Куста мчится дедушка, размахивая зонтиком. Чего ж вы, дурехи, стоите тут, бежимте скорее к дому. Пробравшись через мокрые кусты, ребята вслед за своим спасителем шлепают по лужам. У калитки дедушка вынимает из кармана большую связку ключей и начинает открывать замки. Так, гвоздь достал, задумчиво бурчит дедушка. Замок первый открыл, второй открыл. Мишка, подержи зонтик. Засов убрал. Что еще надо-то? Он задумчивостью трет подбородок, надевает очки и, достав из кармана шпаргалку, продолжает бурчать. Сделал. Сделал, и это сделал. А, это не сделал. Вот, эврика, так сказать.
Дедушка опять звенит связкой, и калитка отпирается. По скользкому склону троица спускается в кухню, сбросив с ног грязную сырую обувь, сбегает по мокрым ступенькам крыльца наверх. 6. Сними фаску по бортам, дедушка подсказывает Мише. Тот послушно шоркает рубанком по углам зажатой версаки деревяшки, которая скоро станет кораблем, отправится в первое плавание по бескрайним озерным водам. Борты подструганы и почти все готово. Еще надо кил присобачить, опять советует старший, более опытный. Миша берет молоток, вбивает в ногу гвоздь, усердно обматывает его проволокой. Не могу даже поверить, что он получился таким красивым, говорит сияющий от восторга Миша. Даня разочарованно вздыхает. Он мечтал о роскошном корвете с тремя мачтами, с парусами и снастями, с якорем и пушками, а в глубине души даже с крохотными матросами. Но это просто обкромсанное полено с прибитым к нищу гвоздем. А паруса почти плача шепчет Даня. Ну, сверил надо. Дедушка возвращается с дрелью. Он исверливает углубление в палубе. К великой радости Дани вставляет только новую палочку, рвет лист из блокнота и натыкает на мачту. Вот и парус в клеточку. Дедушка и сам радуется, смеется, покряхтывает. Но как крестим баркас? Как судно назовем, так оно и будет плавать. Книжки про Врунгеля помнит? Калипсо, как корабль капитана Кусто, отвечает Даня. Сегодня приедет папа, с ним и пойдем на озеро, добавляет Миша. Дедушка хмурит. 7. Папа чего-то долго не едет, ожидания у калитки изводят ребят. Наступают ясные летние сумерки, землю и зелень заливает янтарный закат, остывающий вечерний воздух напоен доцветающей сиренью. Такое лето всем нравится. Но вот раздается торжественное бибиканье по каменистому пригорку, счастливые мальчики мчатся скорее к воротам. Папа подъехал на красной блестящей машине, он сигналит вновь. Господи, Боже мой, Иисусе Христе, что вы застряли там, как мухи сонные, быстрее дети. Даня и Миша долго не могут найти на дороге подходящий плоский камешек, чтобы открыть на воротах примитивный замок. Кордовый папа нервно сигналит опять. Чего вы там вектитесь? Я вам говорю, не вектитесь, не вектитесь, а вы вектитесь и вектитесь. Они разводят тяжелые створы, подскакивают к окошку автомобиля, детские ручки тянутся к отцу, лут проезжает за ворота. Радостные мальчишки в облаке пыли бегут за машиной. Папа привез жвачку. В каждой упаковке карточка с изображением лошади в национальном костюме определенной страны. Даня и Миша давно собирают эти картинки, вклеивают их в альбом. Дедушка под каждой аккуратно подписывает название государства. Особенно братьям нравится чубарая кобылка в красном мундире и высокой меховой шапке. Дедушка утверждает, что это Великобритания. Интересно, какова это Великобритания? Жарко ли там лето? Счастливы ли там люди? Бывало ли там Кусто? Интересно. 9. Из клена можно сделать кленовых людей. Для этого нужно всего лишь веточки клена оборвать под самый корешок листьев. Получается похоже на тело с руками и ножками. Руки, правда, выходят обычно длиннее, но кленового это не беда. А вот из сирени люди не удаются. 10. Укутав калипсо в тряпку, точно опасаясь, что их корабль может простудиться, мальчики спешат к озеру, а их отец с недовольным видом подтягивает трубку, читая на ходу газету, следует за ними. Папа, а в озере есть тропические треугольные рыбки? Нет. А черепахи? Нет. А морские коньки? Нет. А лангусты? Нет. А почему в озере не синяя, как в море вода, а какая-то зеленая? Не знаю. Золотые блики солнца скачут с волны на волну. Рыжая кошка с разноцветными глазами бьет лапой по собственному отражению и грозно шипит. К озеру наклоняется ивовый куст, его тени у самого берега носятся водомерки, неприятные насекомые на длинных согнутых ножках. Почему-то они не тонут напротив, лихо скользят над мутными глубинами, за ними по пруду расходятся круги, как от капель дождя. Дети подходят к самому краю воды. «Отойдите оттуда, вы ноги покомочите», — фыркает из-за газеты умный папа. «Пора, Миша», — шепчет Даня. «Пора», — отвечает тот. Миша бережно водружает суденышко на зыбкие волны и нежно подталкивает ее вперед. Калипсо, их мечта, проплыв едва ли метр, кренится на левый борт и переворачивается. Миша пытается прибить его палкой обратно к берегу, но ему не достать. Корабль уплывает от них все дальше. Гвоздь, служивший килем, бесполезно торчит над водой. Миша еще суетится, Даня сурово провожает деревяшку взглядом. Видимо, это судьба и так была нужна. Папа перелистывает страницу газеты. 11. Из допотопного телевизора скучный мужчина в больших очках зачитывает. Сегодня, 25 июня, на 87-м году жизни, знаменитый французский ученый, путешественник, изобретатель, исследователь океана, режиссер, фотограф и писатель Жаков Кусто скончался в Париже от инфаркта миокарда. Вслед за новостями в эфире очередной выпуск «Одиссея Кусто». Наверное, диктор напутал, ведь на экране, как и всегда, смело глядит вдаль отважный капитан Кусто, улыбается, говорит в камеру умные вещи, интересные факты. Нет, такой человек не умрет никогда, думает Даня. А за капитаном синеет и волнуется бескрайний бездонный океан. Над пенной зыбью снуют крикливые альбатросы, а в темных глубинах по-прежнему плавают треугольные рыбки. По дну бредут лангусты, морские коньки скачут, а черепахи гребут плавниками, надумывает Миша.
Томский был Томский, да? Еще раз Новосибирский, еще раз Томский. И вот Лариса Мореева, Лариса, по-моему, читала на 3 стихи. Мы в прошлом году познакомились с Томской, с Ларисой, с Борей.